Чего там? Отдай! Дай сюда, а то я на тебя курицу негра натравлю. Сейчас курица негр с тобой будет разбираться. Да. Говорит, господи, кто это? Это курица негр. Ты что, не понимаешь? То есть курица афроамериканец. Егор. А, ты черепадлу ел там? А ну дай сюда ее. Давай. Это черепадла. Ай! Ах ты хрюндель! Ах ты вредный хрюндель! Ай, вкуснота! Какая вкуснота! Да какая завкусная черепадла! Дай мне курицу негра. А тут вот типа енот есть. А тут вообще-то 3 игрушки, каждому по одной. Ты что загробастался все? Енот? Ты вообще енота видела когда-нибудь? Нет, никогда я не видела енота. Я никогда не видела вживую енота. Покажите енота. А это что, не енот? Что это, не енот? Выдра. Еще, говорит, я каждую выдру на ты буду называть, да? Тыдра, говорит. Слышь, тыдра. Ага, понравилась курица афроамериканец? Сейчас она тебя обматюкает. Капец, придумали черный цвет, господи боже. Мама Лена, пока папу Миса с парикмахерской сдала, купила курицу негр. Ага, Витя услышал, блин, а не занавеску он уже с этого. Иди сюда, курица негр на тебя сейчас нападет. Наверное, многие скажут, да как они у вас вообще эти занавески висят, да? Не то, чтобы они с одной петельки сняты. Опа! Здравствуйте! Все. Куда пошел? Ты куда пошел? Ай, ты куда пошел? Куда ты пошел? Куда ты пошел? Сейчас мы тебя с папой достанем, как ты нас достаешь. Достаешь постоянно, нас достаешь. Ага. На тебе курицу негра. Черепадла. Ага. Ах, какая черепашка. По имени Наташка. Морская черепашка по имени Наташка. Моя, говорит, черепада. Жареная говядина, понял? Пойду ее на стуле съем, говорит. Ой. Да кто это? Это кто идет? Это идет Еленовка. Ой, ты моя, вот это сладость моя, любимая сладость. Ну-ка, сейчас, зай, подними котика. Котика, подними, пожалуйста. Лапы мокрые. В ванной был. Привет. Привет, сладость моя. Зайчишка мой. Смотри, Вить. Ну, иди. Куда ты там шел? Да не нужна ему твоя курица. Так, почему никому не нужна моя курица? Блин. А была желтую брать, она бы под постельная подошла бы. Витя пошел гуся вскрыть. Папа, ты что тут скажешь? Почесать, сказать, что массаж сделать надо. Вот так массаж, да? Давай его искупаем. Прям сейчас? Можно и прям сейчас его помыть. Это все Егор с Ракелью. Воздух портит. Да, Витя идеален. Купаться не хочу. Витя идеален. Да. Идеальный Витя. Я в своей идеальной заднице ни разу идеальный запах не делал. Так, скажи, папа Миша, скажи, давай наедине об этом поговорим. Зачем ты всем подписчикам рассказываешь? Ну зачем, скажи, ты всем рассказываешь? Они такие глупые и слепые. Нет. Как Витя. Просто они за ним какашки никогда не убирали, поэтому они не знают, что Витя тоже пахнет иногда. Сделай вид, как будто ты опять слепой. Да я сейчас такой, слышишь, я ничего не вижу, мой сладенький. Я никого не знаю. Мой сладенький. Мой масик. Да. Сейчас вольер достроим, поедем на моле погуляем.
Пукни ему. Зай, хватит. Вить, а говорит, что любит тебя. Витя говорит, это автоподстава. Смотри, бельчонок какой красивый. Это же автоподстава. Папа подстава это. Что за папа подстава? Зай, хватит. Так нельзя. Витя, скажи ему. Ага, что происходит, говорит. Что происходит? Что происходит, котенок мой? Что происходит? Вить. Да, Зай. Вить, издевается, скажи. Ну, родители хоть настроение себе поднимут, а то весь день горюют там с больными, с больнушками всякими горюют, хоть настроение поднимут. И тебе, и себе. Да, мое солнышко, что там такое? Зай, отстань от него. Витюмба, чему красоту? Зай, отстань от него. Витек, чё ты мой сладенький? Все, давай, мама массаж сделает, и все. Мой сладкий. Дядя мой котен. Котен, котен мой. Ползи к маме, конечно. Ползи, ползи. Ползи, ползи, ползи. Мое солнышко, солнышко, да. Котебра. Иди ему он в телефоне, наклацай там что-нибудь ведь. Ой, солнце.